Улыбчивого всем настроения! Сегодня я хочу пригласить всех, кто хотел связать вот такую корову, сделать это вместе со мной. Начнем мы вязать по традиции в пятницу. И до пятницы у вас будет время собрать все нужные материалы. Использовать я буду пряжу Yarnart Jeans. Основной цвет молочный, к нему темно-коричневый, бежевый, черный и пудровый. Все номера цветов, которые я буду использовать, я оставлю вам внизу под видео. Весь мастер-класс будет разделен на несколько частей для удобства. И мы вместе с вами свяжем вот такую большую, замечательную корову. Корова достаточно большая, ростом где-то 35 сантиметров вместе с ножками, поэтому наполнителя пойдет очень много, и пряжи основного цвета молочного нужно будет взять 2 мотка. Всех остальных не так много, пряжи пойдет только основного цвета, нужно будет запастись 2 моточками. Корова классная, мне очень нравится, она такая позитивная и очень-очень миленькая. Вот так она выглядит, у нее есть бубенчик, у нее есть хвост, уши, рога, вымя, весь комплект. Поэтому запасайтесь пряжей, запасайтесь терпением, и я всех жду в пятницу.